Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальная». Сейчас мы с вами будем вязать шарф с обезьянкой. Вяжем ушко обезьяны. 30 петель. Провязываю 12 рядов. Общее количество рядов должно быть 20, но у меня будет ухо не только черное, но и с беленьким. Поэтому 12 рядов темной пряжи. Раз, два, три, четыре. Ой-ой-ой. До 12. 12 провязала. 6 рядов светлой. И нить не отрыв... черную нить не отрывайте. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Светлая больше не нужна. И еще два ряда темные могу этой же ниточкой воспользоваться. Главное подтянуть краешек, чтобы вот здесь вот не было стяжки. 18, 19, 20. Общее количество рядов 20. Теперь надеваю на иглы протяжки, либо открытые петли, которые у меня были с нижней стороны, потому что когда я вяжу на машинке с ручной прокладкой нити, я могу начинать обвивом. Если вы вяжете на машинке с нитеводом, скорее всего, у вас здесь открытые петли. Вы начинали со вспомогательной ниточки, навесили на нее грузики и начали вязать основную. У вас остались открытые петельки. Вот эти открытые петельки надеваете сейчас на иголки. То есть мы ухо соединяем. Получается такой вот длинный-длинный прямоугольник. Сейчас мы его соединяем. По краям, чтобы этим не заниматься руками, пускай это будет сделано на машинке, так получится аккуратнее. Так, надеваю. До конца. На самом деле голова обезьянки будет состоять из сплошных прямоугольников. Наша задача будет только их собрать. До конца. Провязываю один ряд. Опять же, коричневая ниточка. И делаю сборку. Для того, чтобы у меня не было стяжки очень толстой, я сейчас делаю сборку через одну иглу. Через одну петлю я пересаживаю на соседнюю. Все полотно. Тогда у меня получится достаточно аккуратная сборочка. Тоненько, потому что вот это количество петель в два раза больше, если бы мы оставили вели все как есть, очень сильно утяжелило бы наше вязание. И после того, как мы пересадили каждую вторую петлю, у нас получилось, видите, иголки через одну, с двумя петельками каждой провязываю на вот этих вот иглах через одну один ряд. Все, теперь я могу отрезать нить и снять на нее наше вязание. Могу снять при помощи крючка, петлю-уловителя, могу снять иголочкой, как удобно. Иголкой, в общем-то, проще и быстрее, но можно и крючком. Делаю стяжку. Ухо у меня будет стянутое. Такой вот хитрый фасон ушка. Хотя на самом деле это ухо будет самое простое. Не нужно вывязывать круги. Вот таким вот способом очень-очень просто можно сделать окружность, что называется. Вот, до конца снимаем. Очень рекомендую запомнить этот способ стяжки для уменьшения количества петель. Полезная вещь.
не создают большого мешка. Получается ухо, и когда я его соберу, я потяну за ниточку, у меня получается гораздо более аккуратное ушко, чем если бы я не делала такую вот стяжку. Делаю два одинаковых ушка. Я вырезала из пластиковой папки контуры головы обезьянки, потому что у нее голова такая вот не овальная, а немножко с скошенным подбородком, и мордочка. Вот, просто по циркулю кружочек. И связала два прямоугольника, квадратик и прямоугольник, который подходит по размеру. Темная голова и светлая физиономия. Теперь это нужно для того, чтобы потом, когда я немножко набью изнутри набивочный материал, у меня холофайбер из подушки, положить сверху контур и по нему уже зашивать, чтобы у меня был четкий контур, потому что очень тяжело круг сделать, правильный круг без основы. Если же я положу вниз и начну набивать, то у меня будет жесткая, вот здесь вот жесткая часть, она не даст мне ни сшить, ни затянуть, ничего, поэтому делать будем вот таким способом. Берем холофайбер, сверху кладем форму и подшиваем, подпихивая этот холофайбер внутрь. И обшиваем, затягивая мордочку так, чтобы был ровный-ровный круг, натяжку. У меня получится достаточно набитая физиономия, но при этом абсолютно круглая. Сейчас будем это делать. Так, сначала уголки. Подтягиваем. И теперь можно стягивать краешки. Холофайбер, ниточки, все что можно. Старую пряжу тоже можно использовать. Не обязательно специальные какие-то набивочные материалы приобретать. У меня для таких вот вещей, для игрушек, для шарфиков есть специальная подушка. Я ее купила в Ашане. Самая-самая дешевая подушка, она есть и имеет внутри холофайбер. Спать на этой подушке достаточно проблематично, а вот в качестве набивки для игрушек она просто незаменима. Ну, видите, у нас постепенно сейчас начнет наш круг получаться, приобретать форму. С противоположных сторон мы делаем такую стяжку. Видите, круг, все ближе и ближе, ближе. Кончилась ниточка. Сейчас берем вторую. И вот таким же способом, подтягивая каждый раз с краев, с противоположного края вязания, мы подтянем круг. Точно так же, после того, как мордочка будет готова, вот она вот такая вот круглая будет, точно так же мы поступим с головой. Набьем ее набивочным материалом и по форме вот так вот подтянем. Для того, чтобы получилось ровный кружок, это мордочка. И по форме головы, ну, собственно, голова. Получается голова. Видите, мы ее пришьем к шарфику. Морда. Вот так вот нашьется сюда. И стянем уши. И пришьем по бокам. Вот здесь вот на макушке можно сделать кисточку, чтобы обезьяна была веселая. Ну и, конечно, глазки. Глазки можно из черного фетра, пуговки, бусинки, что угодно. Можно обычные черные пуговицы пришить. Будут черные глазки. И на физиономию, конечно, небольшая вот коричневая же пряжа. Несколько рядов складываем. Делаем жгутик и пришиваем обезьяне рот. Вот у них вот такие вот рты. Так, большой. Просто жгутик привязать, пришить. Можно вышить, можно прошить вот так вот
если... Все главное, аккуратно, плотно пришить. Ушки пришить симметрично. Делать ротик, пришить пуговки и небольшой хохолок на макушку. Физиономия будет готова, нам останется только связать шарфик и пришить мордочку к шарфику. Вот что получается. Уши стянула и пришила, главное симметрично. Кружок просто положила на мордочку и подшила так вот через край аккуратненько. Глазки просто пуговки, а здесь шнурочек небольшой в виде какой-то прически. Все элементарно. И ниточку в виде рта, главное закрепить. Такая получается физиономия, практически живая, отлично получается из самых простых квадратиков. Причем еще такой момент, у меня каркас перетягивал голову, слишком стянуто было, я его вытащила и немножко подбила еще холофайбером. Получается с изнанки вот такая вот не очень интересная картина, но когда я положу ее на шарфик, по краешку, вот так же как мордочку, по краешку вот так вот подошью к шарфу, по краю, у меня все будет очень хорошо, вот это вот уйдет внутрь. Уши останутся оттопырены, они достаточно прилично смотрятся с обеих сторон. Главное будет подшить вот так вот, чтобы не шов убрать внутрь. И все, в общем, голова готова. Самое сложное — это вырезать контур головы. Но это может быть и овал, это может быть овал, немножко заостренный к низу, как угодно. Смотрите, вяжите прямоугольники, натягиваете на формочку, подшиваете, хотите, вынимаете. Вот из мордочки я каркас не вынимала. Вот даже слышно, что он там есть, но он ничего не перетягивает и не мешает. А из головы убрала просто потому, что он будет шуршать и мешать. Он свою задачу выполнил, больше не нужен. Получается вот такая вот голова. Самое главное, не перетянуть уши и сложить их пополам, чтобы вот эти вот части уха, одна часть и вторая рядышком легли. И тогда уши получаются очень даже аккуратные, оттопыренные такие по краям. И подшить их, естественно, не на макушку, а по краям, как это у обезьян делается. И у меня самые простые черные пуговки. Если есть глазки, будет вообще отлично. Вот, с головой все более-менее понятно. Я думаю, сложностей она никаких не вызовет. Теперь вяжем, собственно, сам шарфик. Я взяла, у меня 70 петель. Я взяла вспомогательную нить зелененькую. Один ряд провязала после того, как провязала вспомогательный, катушечная ниточка. Вот она тоненькая, контрастного цвета, чтобы у меня были хорошие открытые петельки вот здесь вот. Когда я буду зашивать, я вам объясню зачем. И провязала основную часть шарфа. Для того, чтобы узнать, какой длины нужен шарф, просто берете метровую ленту. Или сантиметры, как метр, сантиметр, кто как называет. Обматываете вокруг шеи, смотрите, какой длины вам шарф нужен до лап обезьяны. И практически всю длину мы сейчас связали. Вот, достаточно длинный шарф получился. Сейчас я буду вывязывать задние лапки и хвост. Так я делаю, потому что, во-первых, не знаю, надо уложиться в количество мотков. На шарф уходит, на шарф и шапочку уходит 2 мотка пряжи. Этой бежевый, ну и коричневый дополнительно там уходит половина, пол мотка где-то, может быть чуть поменьше на отделку. Поэтому смотрите, чтобы не докупать, надо уложиться в эти 2 мотка бежевой пряжи. Поэтому основную массу связали, основную длину. Сейчас вывязываем задние лапки. Вторым этапом мы сделаем все то же самое. Начнем с вспомогательной нити, свяжем передние лапки, потом сошьем горизонтальным трикотажным швом. Это делается, во-первых, для того, чтобы мне можно было рассчитать количество пряжи, и второе, для того, чтобы удобнее было вязать, потому что начинать с лапок очень неудобно, а заканчивать лапками совершенно нормально. Поэтому мы два раза вяжем 2 полотна, одно полотно заканчиваем задними лапами, второе полотно заканчиваем передними. Потом просто сшиваем и все, мы укладываем все 2 мотка ниток, и нам гораздо легче вязать лапки при таком вязании. Итак, у меня 70 петель, моя задача провязать хвост и 2 лапы. Беру и смотрю, вот учитывая, что 70 петель надо поделить пополам, потому что шарф у меня будет складываться, значит, у меня 35 петель. Раз, два, три, 35.
Сейчас я вот эту вот уберу, чтобы она мне не мешала. И давайте распределять 35 петель на лапке. Я могу просто поделить это все на три части. И будет у меня одинаковое количество. Лапы по 10 сантиметров и хвост. И между ними распределить вот эти вот 5 петель, чтобы у меня не из одной точки они выходили. Это как вариант. Можно делать так. Можно как-то по-другому. Можно хвост тоньше, лапы тоньше. Это уже на ваше усмотрение. Я буду делать именно так. Каждая лапа шириной и хвост будут шириной 10 петель. И 5 петель, которые у меня вот здесь вот между ними, я просто распределю так, чтобы между хвостом и лапами было какое-то расстояние, чтобы они не были одна в одной, что называется. Поэтому, что я сейчас делаю? Вязать я буду таким образом, чтобы у меня швов было как можно меньше, то есть чтобы шов шел только с одной стороны. Для этого первым делом я буду вывязывать заднюю лапу. Потом будет хвост, потом передняя лапа. Вязать я буду каждый раз в середину. Вот. Сейчас я распределяю, ставлю меточки, закрываю лишнее и начнем вязать. Закрываю лишнее для того, чтобы у меня уже не было вопросов, какая часть к чему относится. Поэтому сейчас ставлю метки. 10. Где у меня линейка? Получается, если я хочу по 10 петель каждую деталь, получается, что первая лапа, ой, это ж у меня не середина. Так, раз, два, три. Вот, первая лапа у меня 20 петель. Так, и это же не середина, у меня не с нуля. 10, раз, два, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Потому что здесь остается 25, и здесь 25. У меня, к сожалению, я не начала не на нулевой платинке. Так, вот 20 петель у меня первая лапа. 20 петель вторая и 20 петель хвост. Поэтому вот эту лапу я сейчас ставлю в рабочее положение. Все наоборот. Все остальные иголки передняя нерабочая, вязать я на них не буду. Для того, чтобы не путаться, смотрите, у меня 10 петель остается. Между лапами и хвостом распределяю равномерно. То есть я могу по 3, по 2 петелечки закрыть, чтобы не путаться. Вот я сейчас это и сделаю. И будем увязывать лапу. Еще такой момент. Я могу закрыть обычным способом, могу закрыть попроще. Вот у меня две петельки надо убрать. Я просто пересажу вот так вот их. Провяжу один ряд. И пересажу их на еще раз. И таким вот образом уберу лишнее. Не буду просто закрывать. Провязываю несколько рядочков бежевой ниткой. Беру новую нитку и провязываю несколько рядов. Я провяжу 10 рядов. Так, раз, два. Убираю вторую с одной стороны и с другой. Итого у меня получается 20 петель. Так, здесь завяжу ниточку, чтобы мне ничего не разъезжалось. 20 петель. На 20 вот этих петельках я вяжу центральную лапу. Два ряда. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Обязательно запоминаю. Вот то, что у меня 10 рядов я провязала светлой ниточкой, я обязательно это запомнила, потому что я эту лапу буду повторять 4 раза. Собственно, передней лапой буду вязать по такому же принципу. 10 рядов светлой. Ой. Дальше беру темную пряжу и вяжу
темный. Такую длину, какую я хочу лапу. Хочу длинные ноги у обезьяны, хочу короткие. Вот что хотите, какого хотите длины, вы вяжете эти обезьяньи ножки. Поэтому дальше все на ваше усмотрение. Я вяжу такую длину лапы, которую хочу. Хотите, сделайте беленькие кончики у лапок. Хотите, не делайте, я не буду делать. Поэтому сейчас я провязала 10 рядов, ну еще, не знаю, наверное, рядов 50, потому что у обезьян лапы достаточно длинные. Еще 50 рядов темные, смотрим. Если достаточно, продеваете шнур в открытые петли, мы сделаем простую стяжку. Если недостаточно, смотрите, провязывайте еще. Главное, запомните, потому что вот эту операцию мы будем проделывать 4 раза. Ну, я провязала не 50, а 60 рядов, посмотрела, в общем-то, мне такая длина устраивает. Сейчас сделаю стяжку, но учитывая, что петель очень много, и у меня будет грубый узел, я сейчас уберу все петли через одну иголки. Делаю, снимаю петли через одну на соседнюю. Это для того, чтобы уменьшить стяжку. У меня тогда не будет очень большого узла, и лапа будет смотреться гораздо аккуратнее. Неудобно, но ничего, так. Сняли. Иголки, которые у меня в заднем положении, они так сзади остаются. Передние идут. Не забудьте, кстати, отключить рычаги частичного вязания, у кого они есть. Иначе у вас все иглы встанут в рабочее положение, лапы не получится. Провязываем один ряд. Можно даже два. И теперь отрезаю ниточку и снимаю. Можно так, можно иголкой. То есть продеть иголку, нить в иглу. Нить в иглу и снять стяжку можно таким вот способом, как вам понравится больше. Главное сделать эту стяжку. Конечно, иголкой легче, что уже говорить. Быстрее, во всяком случае, но при небольших объемах можно и таким вот способом. Снимаем и смотрим, что у нас получилось. Если нас все устраивает, вот таким вот образом мы вяжем все 4 лапы обезьяны. Хвост — это хвост. Хвост мы сейчас сделаем, потому что он идет следующим по плану. Сейчас я вам покажу, как делать пересадку для одношовного вязания. Так, эту я сняла. Еще две петельки. Так, вот такой длины получается лапа. И за счет того, что мы снимали, видите, часть петель убрали, у меня получается очень тоненькая стяжечка, очень аккуратная стяжка. Не будет никакого мешка, лапка заканчивается. Ну, конечно, обезьяны лапы заканчиваются пальцами. Кстати, можно надвязать пальцы. Но это будет потом, когда мы закончим уже полностью делать, полностью закончим шарфик, мы можем связать 4-5 пальцев. И надшить будет вообще еще интереснее. Так, вот лапа одна. Теперь хвост. Для того, чтобы у меня был один шов, мне нужно сдвинуть вязание и подвинуть одну часть к другой, иначе у меня это не получится. Поэтому снимаем на вспомогательную нить, делю пополам вот то, что у меня есть. С одной стороны оставляю, с другой стороны снимаю на вспомогательную ниточку. И лучше на две разные ниточки, потому что мне надо будет два раза делать эту операцию, чтобы одной нитью не пользоваться. Я разделю пополам. Вот у меня 10 и 2. И здесь получится 10 и 3. Все правильно. Снимаю на вспомогательную нить.
одну часть. Можно, конечно, вязать лапы по очереди, вот так вот много-много-много, потом их складывать пополам, сшивать, но это, уверяю вас, гораздо дольше, чем вот такой способ, который я вам сейчас показываю. Ничего не обвиваю, сниму. Нас помогает ниточку. Одну часть. И теперь вторую. Сейчас будем сдвигать полотно. Так, ну это даже снимать не буду. Так, и теперь это все убираем. Сдвигаю вот это вот полотно сюда. Достаю петли и надеваю на иглы. Загнув внутрь вспомогательную нитку, она мешать не будет. Наоборот, отлично видны петелечки. Все снимаем. Последнее. Вспомогательную распустить и убрать. Все, смотрите, что у меня получается. У меня получается две, которые я закрою. Дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это вот эти вот 20 петелек. Так, а здесь... Ну, отлично. Здесь 2, которые закрою, одна с той стороны, одна с этой. И здесь 20 петель и 2, которые я буду закрывать. Теперь провязываю. Я могу хвост вязать сразу черной ниткой. Для того, чтобы... видите, у меня лапа оказывается впереди. У нее будет один шов. Вот это лапа. Вот это будет хвост. Хвост я буду сразу вязать коричневым. Причем вязать я буду хвост достаточно длинный. Он будет не как лапа, а гораздо-гораздо длиннее. Поэтому вяжите той длины хвост, который вы хотите. Ну и так далее. Главное не привязать ничего к соседним петелькам. Иголкам к стоящему впереди. Если планируете вязать много таких шарфиков, записывайте все, что вы делаете. Вот этот весь расчет запишите на бумажку, и вам не надо будет второй раз это все придумывать, у вас все будет записано. Итак, таким вот способом я вывязываю хвост, потом надеваю оставшиеся иголки, придвигаю их к тем, которые стоят мне в переднем положении, провязываю лапу аналогичную той, которую мы уже провязали. Хвост должен быть длинный, предупреждаю. Закончить его удобнее вот такой же стяжечкой, как на лапе, чтобы не было, чтобы ничего не топорщилось. Связали. Вот у нас получился длинный хвост и две ноги. Теперь вот такой вот длинный шарфик. Посмотрели. Обмотайте вокруг шеи. Посмотрите, какой длинный шарф вам нужно еще довязать. Надо вязать. Поэтому, в принципе, мы можем даже не пришивать ничего, а надеть вот эти петли на машинку и начать вязать с этой стороны. Может быть, так даже будет лучше, потому что я смотрю, что у меня хватает пряжи на вторую часть. Поэтому сейчас надеваем вот эти вот петелечки, отмечаю вот этот ряд и смотрю, могу отметить на шарфике, прям мне нужно вот где-то вот такую вот длину. Можно заколоть, можно отметить. Вот столько же я должна провязать. Вот меточку себе поставила. И точно такую же меточку я поставлю вот здесь, когда надену на иглы машины мой шарф, и мне не надо будет даже ничего сшивать. Я просто
продолжу вязание и обойдусь без сшивания. Все будет гораздо проще. Теперь открытые петли надеваю на то же количество игл, на котором я вязала шарф, и вяжу вот то полотно, которого мне не хватает до нужной мне длины шарфа. Потому что сразу определить заранее, сколько нужно вязать, очень тяжело, потому что вот эти вот лапы, они тоже занимают место. И если лапы будут висеть очень низко, это будет некрасиво. Поэтому определяем длину шарфа именно вот таким вот путем, когда мы уже связали большую часть, подкололи сколько нужно, и будем просто прикладывать к провязанному вот эту вот длину. Когда столько будет связано примерно, даже не буду счетчик ставить, вот сколько будет провязано вот от этой метки до коричневых лап и от метки надетых на иглы вот этих петель, вот это вот должно выровняться вот отсюда пойдет вязание вот до лап. Тогда я свяжу передние лапки и буду заканчивать оформление шарфа. Сейчас надеваю просто петли на игломашину, обязательно ставлю меточку, что вот здесь у меня продолжилось вязание, вяжу вот такое же количество рядов, которые мне нужно до того, чтобы шарф хорошо сидел. И вывязываю две передние лапы. Делаю все то же самое, кроме хвоста. Там, где у меня хвост, я просто закрываю. У меня будет прямое полотно, прямое сшивание и две лапки висящие, потому что посередине будет голова пришита. Вот сейчас провязываем вот эту вот часть недостающую. Провязали вот та часть, которую я надевала, и вот по меточке вот это все надвязано, то есть шарф достаточной длины. Теперь повторяю ту же самую операцию, как я делала на задних лапках. Теперь я выровняла, у меня серединка это нолик, поэтому 20 петель оставляю в середине, остальное убираю в переднее положение и провязываю на вот этих 20 иголочках то же самое, что я вязала на задних лапках. 10 рядов светлой ниточкой и 60 рядов темной. И закрываю. Потом делаю сдвижку, но предварительно, конечно, закрою вот эти вот иголочки. И сейчас я провязываю на иглах, стоящих впереди. Сейчас я провязываю. Сейчас на иглах, стоящих в рабочем положении, я провязываю 10 рядов бежевой ниточкой и 60 рядов коричневой. Делаю стяжку. Все как на задних лапках. Получилась вот она лапа, связанная в середине. Теперь моя задача сдвинуть вот это полотно к тому. Но часть я должна закрыть. Я должна закрыть середину, оставить 10 петель с одной стороны, 10 с другой. Поэтому 10 петель, 1, 2, 3, 4, 5, вот эти 10 я снимаю на вспомогательную ниточку. На несколько рядочков, сейчас она мне и понадобится. Так, несколько рядов, чтобы не слетело ничего. Можно даже не отрезать. Теперь вот это вот я сняла, но мне больше не нужно. Беру светлую ниточку. И вот эти вот иголки, вот эти петли закрываю любым удобным способом. Моя задача их закрыть. Хотите пересадками, хотите косичкой, как угодно. Вот как вам нравится. Я закрывать буду косичкой. Любым способом закрытия. Закрываем эту часть петель. Моя любимая косичка. Самое главное не стягивать полотно, если вы закрываете косичкой, потому что перетягивать любят. Закрываем.
Закрыли. Перехожу сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Остальное все закрываю. Вот эти вот. Раз, два, три, четыре, десять петель оставляю. Остальные закрываю. Продолжаю закрывать здесь же этой же нитью. Вот тут же закрываю вторую часть вязания. И после этого пересажу все. Смогу уже спокойно делать сдвижку и вывязывать вторую лапу. После этого мне останется только сшить шарфик. Так, закрываю до конца. Ой-ой-ой, так это уже. Да. Еще раз проверяю 10. Раз, два, три, четыре, пять. Там 10. На последнюю навешиваю. И, в общем-то, учитывая, что это середина, отрываю. Так, теперь беру вот эти вот петельки, которые у меня тут были. И навешиваю сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Начинаю вот с середины, чтобы не ошибиться. И сейчас провяжу вторую лапу. Такой способ гораздо удобнее тем, что у меня, мне не надо будет стыковать эти лапы, собирать их, соединять. Потому что представьте, когда у вас и лапа, и хвост, 6 вот этих вот отдельных тоненьких-тоненьких полотен собирать, это очень неприятная работа. Они разъезжаются, их надо стыковать, булавками соединять, сшивать, иногда даже сметывать. Вот при таком варианте, когда у нас один шов уже сделан, оно, вязание более стабильно, оно уже держит форму, оно уже понятно, к чему, что к чему относится. Вообще не нужно думать о стыковке вот этого вязания. Вот, видите, получается, вот моя лапа одна, вот закрытые полотна, и сейчас будет с краю лапа вторая. Вот сюда я пришью голову. Гораздо проще и гораздо аккуратнее получается. И теперь повторяю ту же самую лапу, которую я уже вязала. 10 рядов бежевой ниточкой и 60 рядов коричневой. И закрываю. Все, вот теперь моя обезьяна будет довязана. Останется только сшить шарф. По боку боковой шов и пришить голову. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ниточку отрезаю, беру коричневую, вяжу. Вот здесь вот, если что-то разъезжается, какие-то петельки, это все мы сошьем в процессе сшивания нашей обезьяны. Теперь осталось 60 рядов коричневой лапки. И все, будем с вами зашивать наш шарфик. Вот мой шарф. Такие вот передние ноги, задние ноги и хвост. Распускаю метку, если вы ее не распустили. Достаточно выдернуть катушечную нитку, с которой мы начинали. И, в общем-то, вспомогательная отвалится сама. Я выдергиваю катушечную нитку, и вспомогательная пряжа, которой мы начинали вязание, сама отходит. Все очень просто. Катушечная ниточка для этого очень-очень ценна. У кого-то есть нить специальная в комплекте, но она иногда бывает толстовата для таких вот дел, поэтому я все равно предпочитаю вязание катушечной. Все метки снимаем, нам вообще все это больше не нужно. Теперь все, что мне осталось сделать, сложить шарф пополам лицом внутрь и сшить край. Край сшиваю по всей длине, оставляю небольшой
небольшое технологическое отверстие для того, чтобы вывернуть, и зашиваю до конца. То есть у меня получается абсолютно цельная такая труба, двойная, с двумя лапками, и сзади лапки и хвост. Видите, у меня все лапы связаны, и хвост, и лапы сшиты с одной стороны. Достаточно просто сложить пополам и сшить. Не надо складывать, не надо примерять, не надо... Представляете, у меня 6 вот таких вот тоненьких ниточек висело бы, я бы сейчас их стыковала между собой. При таком вязании ничего стыковать не нужно, все уже готово. Достаточно сложить пополам и сшить. Сшивайте любым удобным вам способом. Сшивайте лицом внутрь, оставив отверстие. Выворачиваете и зашиваете отверстие. Шарфик можно даже отпарить, чтобы он улегся. Придаем шарфу форму, отпариваем, можно его выстирать, дать вылежаться, и после этого пришиваем физиономию обезьяны на уже готовый полностью сшитый шарфик. Сшиваем, выворачиваем, отпариваем. Так, сшили шарфик. Вот у меня передние лапки, длинный шарф и задние лапы и хвост. Хвост и лапы я немножко набила холофайбером, для того, чтобы придать им объем. Выворачивала я лапки специальным приспособлением, вот такой длинный крюк, на длинной такой проволочине. Очень хорошо им выворачивать. Если нет, но в принципе такие вот вязаные вещи, они могут выворачиваться и руками, потому что вязание эластичное, растягивается, можно и пальцем подтолкнуть. Это не шитье, выворачивается вязание гораздо проще. Сзади хвост можно завязать узлом, можно ничего не делать, в общем-то готово. Можно довязать, можно подшить пальчики. Как я уже говорила, просто привязать петельки будут пальцы. Теперь голова. Здесь у меня технологическое отверстие, через которое я выворачивала. Его надо зашить аккуратненько, чтобы было не видно. Берем нашу голову обезьянью, прикладываем немножко повыше. Не в сам низ, немножко повыше, чтобы торчало белое тело, для того, чтобы разделить темную голову и белое вязание, светлое. Прикладываем посерединке и аккуратно подшиваем так, чтобы захватывать края, чтобы вот эти вот края не торчали. По самые уши, вот так вот уши пусть оттопыриваются. И по самому краю вот эту голову мы аккуратненько сейчас подошьем, подправляя так, чтобы ничего нигде не торчало. За одну сторону, чтобы не насквозь прошивалось. Насквозь прошивать не надо, иначе будет нехорошо. Можно подложить картонку, можно подложить что-то, пока у нас отверстие не зашито, вниз, чтобы случайно не подшить обе стороны. Можно рукой поддерживать вот так вот, пока есть отверстие, гораздо удобнее это все будет делать. Потом просто зашить отверстие. Можно было оставить сбоку, тоже вариант. Здесь все зашивается, сбоку оставляется отверстие, пришивается голова, зашивается вот это вот технологическое отверстие. Пришиваем голову. Пришивать буду коричневой ниточкой в цвет основного, в цвет головы, и иголкой. Берем, подшиваем. Прикладываем. И прошиваем сначала грубыми стежками, потом будем стежками помельче. Убираем все веревки внутрь. Главное не сместить вязание, не захватить вторую сторону. Стежки грубые, большие, неважно. Мы второй, третий раз пройдемся, аккуратненько все подошьем. Каждый раз смотрю, что я никуда не сместила ничего. Так, до уха дошли. Уши могу пришить потом. Моя задача сейчас пришить прежде всего саму голову. Потом уже уши. Вот так вот, не торопясь. Сначала
никуда не съехал. Сначала потихонечку, потом подбираем все хвостики так, чтобы у меня голова была пришита абсолютно симметрично. И видите, ну она вот сейчас грубовата, потом я пройду более мелкими стежками. Сейчас самое главное ее приметать, чтобы она не отвалилась, чтобы все нормально улеглось. Каждый раз смотрю, что я не уезжаю, не захватываю лишнего. И вот таким вот образом пришиваю голову. Проходить буду пару раз, не меньше. Потому что за один раз стежки получаются очень грубые. Ну, вы сами видите, вот так вот это все отходит. Моя задача сейчас приметать, а потом еще пару раз вот так вот только более мелкими стежочками пройти, когда я уже точно буду знать, что ничего не напутала, что все пришито правильно и аккуратно. Можно будет подтянуть это все получше. Вот один раз мы прошлись. Теперь второй, можно третий. Посмотрите, чтобы вот здесь уши не отходили. Вот здесь прошить дополнительно надо. Уши пришить, чтобы они не отходили. И пускай оттопориваются вот так. Вот такая у нас получится обезьяна в итоге. Два раза пройду еще по периметру головы. Видите, ничего не отваливается, ничего не видно. Все закрыто. И после этого светлой ниточкой зашью технологическое отверстие. Пальцы, как я уже сказала, можно просто петельками сделать. Будет еще более интересный такой вид у нашего шарфика. Вот, собственно, вот так вяжется обезьяна шарф. Ну, в итоге у нас получился вот такой вот шарфик обезьянье. Физиономия, ручки с пальчиками. Пальчики я просто сделала петельками. Просто петельки обычными узелками. Вот такая вот красота к Новому году. Отличный подарок.